Депутат Алексей Масленкин избран новым руководителем фракции КПРФ в Ивановской городской думе. На этом посту он сменит Николая Плотникова, который теперь будет заместителем руководителя. Решение досталось депутатам-коммунистам нелегко. Бюро Ивановского горкома КПРФ рекомендовало им кандидатуру Масленкина еще в мае. Поддержали ее также обком и пленумы. Но формально окончательное решение должны были принять сами депутаты фракции. И вот спустя 4 месяца кандидатура Масленкина все-таки была одобрена. По словам нового руководителя фракции, кадровые перестановки никак не повлияют на их работу. Никаких кардинальных перемен, конечно, не планируется. Работаем. Мы сейчас будем готовить и уже внесли предложение о том, чтобы сохранить ясность, потому что у нас сейчас было принято специальное положение о том, чтобы трехлетних детей преимущественно брать в детские сады. И появляется опасность того, что будут таким образом закрываться ясельные группы. Вот мы будем готовить сейчас поправку в это положение о том, чтобы сохранить ясельные группы для населения.